нас пробка. Причем такая настоящая. Они даже никуда не торопятся. Посмотрите. Бабушка, я жалею, что вы здесь не со мной, потому что такие просторы. Ну, не может быть такой красоты, понимаете? Ну, просто которая вышибает мозги. Бездрожжевое тесто. Это какое-то национальное блюдо? Национальное, как да. Называется? Тештек. Вкусно, мне понравилось. Ну, правда, Андрей обещает нас свозить в нормальное кафе. Взяли лагман шурпу и вот эти... Как они называются? Чок. Думаю, что вдвоем зайти. Рядышком можно сесть друг с другом и мило беседовать. Да. Чтобы не страшно. Я зайду одна. Ну давай, удачи. А посмотрите, какая сказочная тропа ведет на Гейзерово озеро. Да, оно прозрачное и сказочное. Таким глазом. Вот сейчас идем практически под 45 градусов по тропинке для того, чтобы увидеть водопад. Пять часов мы ездим. Ощущение, что вообще все время как-то пролетело, потому что ты едешь и постоянно наслаждаешься.